Туапсинский район с начала года посетили уже более 300 тысяч отдыхающих. В летний период начинается действительно жаркая пора. И связано это не только с климатическими особенностями Черноморского взморья, но и с основным потоком туристов. В разгар отпусков Новомихайловский – один из популярных курортов муниципалитета. Как удалось преодолеть последствия наводнений и вновь стать процветающим местом отдыха, в сюжете Дарьи Турановой. Наконец-то настал сезон отпусков. Несмотря на то, что отдых за границей становится все дешевле, многие россияне по-прежнему преданно предпочитают юг России. Здесь и море, и горы, и богатая национальная культура. Лето только началось, но в поселке Новомихайловском уже огромное количество отдыхающих. После августовского наводнения было много опасений по поводу подготовки пляжа к сезону. Боялись не успеть завершить строительные работы, да и сам факт стихийного бедствия мог напугать отдыхающих. Однако переживания эти не оправдались. Сейчас сложно поверить, что набережная была полностью разрушена. Напоминанием служат лишь некоторые отголоски тех событий, в частности, строительство моста. Происходит восстановление после наводнения, которое произошло в 2012 году, в завершающем этапе, потому что очень сложные были работы, потому что, сами видите, русло речки после наводнения вот только-только вот восстановилось, встало на свои берега. И мы в ускоренном режиме уже делаем сюда. Особое внимание контролирующих служб в этом году обращено на дислокацию торговых точек, обустройство детских и спортивных площадок, оборудование пляжа информационными щитами и системами видеонаблюдения. Многие отдыхающие отмечают чистоту и порядок. В этом направлении делается особый упор. Санитарные нормы тщательно контролируются и поддерживаются сотрудниками пляжа. Еще один приоритет работы – безопасность отдыхающих. Ну что в себя включает безопасность? Это, конечно же, органы внутренних дел, где обеспечивается порядок тревожной кнопкой, кнопкой гражданин полицейский, так называемый, и служба безопасности непосредственно самого пляжа. У нас вот человек на посту, то есть на вышке, 4 метра высотой, и три здесь на пляже. То есть также ходим со стороны в сторону, наблюдаем, чтобы не было никаких происшествий. С каждым годом прибрежная территория совершенствуется и преображается, появляются новые заведения отдыха и досуга. Это служит еще одним плюсом в списке достоинств курортного поселка. Мне очень нравится, особенно по вечерам тут много открывается кафе вот всяких. Тут интересно куда-то сходить вечером. Для нас климат подходит, ну в отличие там, допустим, от Сочи или Адлера, потому что там уже совсем другое. Ну, в общем-то, остались довольны, что было спокойно, уютно. Пляж, в общем, очень хорошо следят, чистят. Ну, все очень интересно. Мне нравится чисто выехать, отдохнуть. Вполне замечательно, мне так кажется. Только галька, ну ладно. Изменилось все за последнее время. Инфраструктура стала намного лучше, более разнообразнее, цивильнее, вот так вот. Сейчас с уверенностью можно сказать, что стихийную проверку на прочность Новомихайловский пляж прошел достойно. А то, насколько отдых гостей будет полезным и приятным, зависит в большей степени от самих отдыхающих. Дарья Туранова, Денис Гилев, Алексей Гордеев, телеканал «Орленок ТВ».